Свобода. Нам кажется, что она будет с нами всегда. Но что, если завтра у вас ее отнимут? Торговля людьми лишает людей свободы и основных прав. Это проблема, которая актуальна и в наши дни. Она может принимать разные формы, но ключевые элементы всегда одни. Это контроль над человеком, насилие, долги и лишение свободы. Обман. Данные действия уголовно наказуемы. Злоумышленники будут обещать возможности, работу и стабильность, убеждать вас вживую или в переписке. Чтобы не стать жертвой такого преступления, не отдавайте никому свои документы, не доверяйте сомнительным людям и их предложениям о трудоустройстве. При выезде в другой город или страну оставляйте координаты своим близким. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Если вы заметили что-то подозрительное, сообщайте по телефону 102 или 116 16. Не будьте равнодушными. Это может коснуться каждого.